Значит, как у нас, по сути, строится работа? Рецессии действительно лечат давно, и эта проблема достаточно хорошо изучена, потому что она актуальная. И много пациентов в мире страдают от рецессий. Одиночных, множественных, генерализованных, которые на всех зубах и так далее. И вот все-все-все об этом как бы, да, на самом деле известно, как кажется. Золотым стандартом в мире в качестве пластического материала является аутотрансплантат. Зачем вообще нужно применять пластический материал? Потому что одна из основных причин образования рецессии десны – это анатомический недостаток толщины тканей в этой зоне или отсутствие там замыкающей кости вестибулярно. И второе – это как самостоятельный фактор. И второе – как фактор, который способствует развитию рецессии. Это, естественно, тонкий биотип десны. И при устранении их без пластического материала нам не удается добиться адекватной толщины десны в этой зоне, чтобы не возникало рецидива. Да, то есть мы не меняем фенотип десны. Да. Ну так вот, очевидно, что потребность в пластическом материале огромная. Аутотрансплантат является в этом золотым стандартом. Его берут либо с бугра, либо с неба. Ну и он дает абсолютно адекватное состояние ткани, эстетика, функция. С ним закрываются эти рецессии, вот там создается поддержка тканям и прочее, прочее. Короче, все с ним хорошо. Но проблема главная в том, что его показатели, то есть размер физический, толщина, там, ширина, они ограничены. А качество трансплантата может быть отвратительно, если рыхлый биотип десны. Или наоборот тонкий, что он очень плотный и будет быстро ссыхаться. А еще такая проблема, что у 20% пациентов трансплантат вообще не взять по анатомическим причинам. У них нет в этом месте такой толщины ткани, которой можно было бы вообще что-то, ну, использовать. Поэтому смысла у них брать трансплантат с неба, ну, никакого нету. В связи с этим поиск материалов, которые могли бы заменить трансплантат, ведется вот ровно столько же, сколько лечит рецессии десны. И перепробованы материалы животного происхождения ксеногенного, аллогенные материалы, производные кожи и перикарда, синтетические материалы, там, комбинированные и еще много-много всяких прибамбасов, которые вот как бы пробуют использовать. При этом нету полной доказательной базы, что есть полноценная замена трансплантата. Понимаешь, да? То есть есть отдельные случаи успеха при применении того или иного пластического материала, который дает действительно, ну, сопоставимый результат клинический с трансплантатом. Но говорить о том, что есть полноценная замена, нет таких данных. И поэтому поиск этот ведется. Но на самом деле тут еще момент следующий, что нет доказательств, что один хотя бы пластический материал закрывал бы все варианты рецессии, которые закрывает трансплантат. То есть, опять же, объем доказательной базы, ну, никак бы нету. Еще одна проблема, что не дает на самом деле ни один пластический материал того реально, ну, тех показателей десны, которые мы можем добиться с аутотрансплантатом. И вот с этого момента мы теперь начинаем рассказывать про твердую мозговую оболочку. Так вот, есть пластический материал, который как бы может быть использован в данном случае. И ранее, ну, в таком виде, в котором мы сейчас его используем, никогда не применялся. Есть источники, которые тебе надо найти. Итальянские, по использованию аллогенный дураматор. Значит, и что мы ищем в следующих источниках? Это использование дураматор при лечении рецессии десны. Скорее всего, ты, если что-то и найдешь, может, кто-то все-таки выложил уже эти источники. Это за рубежом ТМО используется главным образом в пародонтальной хирургии. Но вот этих авторов нам не удалось найти. Поэтому мы делаем вот что. Мы их себе добавляем, конечно же. Сейчас. В какую-то ячейку надо, да? И пробуем их найти в интернете. Может быть, по одному автору.
Вот есть какой-то Захариадес, 84-й, Гаррет, и соавторы, тра-та-та. Вот четыре автора есть. Ага. Это говорит о чем? Что значит каждый фрагмент этого источника? Вот у этого, у одного, была статья вместе с его соавторами в 84-м году. Да. У Гаррета была в 88-м еще одна. И какой-то вот этот Зарьер. То есть три, как минимум, источника был, вот, были нами найдены. Откуда вот это мы взяли, я тебе тоже по ходу пьесы расскажу. Пока это не так важно. Так вот, действительно, применялось для лечения рецессии десны твердую мозговую оболочку. Были попытки, скажем так. Но тогда метод консервации ее был. Это использование спиртоэфирной смеси или других органических смесей, растворителей, которые могли бы ее консервировать, стерилизовать, поскольку не было электронных методов стерилизации. Да? И сохранять свойства до применения непосредственно в полости рта. К сожалению, сами по себе органические растворители вызывали уже там и аллергию, и отеки, и плохое заживление тканей, и как бы, ну, все вот эти проблемы операционные, как любая органика, которая не является, в общем-то, да, характерным для нас растворителем. Второй момент, что твердая мозговая оболочка, находясь в жидкости, очень сильно напитывалась и увеличилась в размерах, что, казалось бы, с одной стороны, должно было быть положительным моментом, а на самом деле нет, потому что она не впитывала никакую кровь, ну и, в общем, были проблемы с ее фиксацией, бывало, выбранными методами невозможно ее использовать. И еще третья проблема, она давала огромные отеки за счет первой своей толщины и плотности. И второе, как было открыто боли, то есть позднее, за счет нейтрофильной реакции, которую она вызывает. И когда появились на сегодня методы физической очистки, щадящей, с сохранением всей пространственной структуры, а также методы электронной стерилизации, то есть быстрыми электронами, радиометоды, появилась возможность вернуться к этому вопросу снова, потому что принципиально отличался тот материал, который был раньше, и то, что мы держим в руках сегодня. Почему он вообще появилась идея его использовать? Но поскольку аллогенные материалы, в отличие от всего остального, что есть на планете, синтетики, ксеноматериалов, их комбинаций, всяких там нанонизированных порошков и прочего, при физической очистке сохраняет всю пространственную структуру. Организм человека видит материал аллогенного происхождения и на него реагирует с позиции иммунного ответа, адекватного. И следующий момент, что есть видовая специфичность и соединение, которое входит в состав, находится в составе аллогенных материалов, то есть межклеточного вещества в норме и так всегда мертвого. Они могут индуцировать костеобразование или образование соединительной ткани. То есть различные белки, да, морфогенетические в том числе, их видит комплекс MHC-1 гистосовместимости иммунной системы человека, который содержится на всех практически клетках иммунитета. И за счет этого, а материалы другого происхождения, то есть коров, лошадь, там обезьяна и там еще что-то, свинья и синтетика, естественно, на рецепторы MHC-1 не садятся, потому что они пространственно не подходят туда. Поэтому говорить об индукционном эффекте в случае материалов неаллогенного происхождения как минимум бессмысленно. У нас появился материал, который мы хотели бы исследовать. Понимаешь, да, вот по сути, вот она актуальность. И у нас теперь появился материал. Ну, давай почитаем, что тут понаписано. Так, по последним данным, отношение корня в значительной степени связано с толщиной лоскута. Но опять же, да, о чем мы говорим, что почему мы стали искать пластический материал. Пластический. Чем он толще, да, тем выше вероятность полного устранения рецессии и стабильный послеоперационный результат. Значит, еще одним важным параметром является натяжение лоскута, высота и ширина межзубных сосочков, прилегающих к рецессии. То есть, если объем сосочков неадекватный, то, скорее всего, будет рецидив, либо нам не удастся устранить рецессию полностью. И поэтому при планировании и выборе хирургических методик нужно тщательно анализировать все перечисленные параметры, а также индивидуальный регенеративный потенциал ткани пародонта. Исходя из вышеперечисленного, тенденции последних лет, да, стало широкое применение методик коронального смещения в целях устранения множественных одиночных в сочетании с пересадкой свободного вот этого соединительно-тканного трансплантата и других материалов в целях увеличения толщины и ширины. Ну, действительно, все как бы так и есть, но
нету заменителей адекватных, поэтому и стали это искать. Классическая методика подразумевает выполнение разрезов вертикальных и охватывает максимум зону поражения в два зуба. Ну, в среднем, да, на самом деле, все методы были. И основная проблема была в том, что лоскут натягивали по самые уши, ожидая, что он потом отъедет обратно. Потому что не было, на самом деле, ни протокола обработки зубов адекватного, который есть на сегодня, ни адекватного выбора стратегии, тактики и так далее. То есть, объективно, то, на каком этапе находится рецессия десны, вот там, ну, если, да, подразумевается, мы 5 лет назад начали писать диссертацию, и, в принципе, по сегодняшний день не все моменты отработаны. И в основном берутся публиковать успех лечения рецессий одиночных, либо множественных, но невысокой протяженности. Ну и без каких-либо там терминальных состояний. А вот так, чтобы какая-то структура и выбор метода охватывали бы все аспекты рецессии десны, такого реально нету.